Мальчишка тормошил на кухне мать. Мамочка, пожалуйста, ну хватит. Там у соседей варят суп опять. На нашей кухне ничего не варят. Я так люблю тебя. Прошу, проснись и оглянись. Мам, ты же не такая. И днем и ночью только пьешь и спишь. Я так устал, листовки раздавая. Я заплатил за свет и отопление. Теперь все чаще школу пропускаю. У меня завтра будет день рождения. Что делать? Как нам жить? Даже не знаю. Он вышел из квартиры, оглянулся. Свернув у парка, вдруг услышал стон. Перед ногами самыми споткнулся о чей-то новый дорогой айфон. Вот повезло. Продам, и будут деньги. Продуктов можно вдоволь накупить. На днюху будет тортик и печеньки. А телефон в руках начал звонить. И высветилась, вызывает мама. Кольнуло что-то больно так в груди. Нет, отвечать совсем не в моих планах. Хоть кто пускай звонит. Ты не смотри. Но посмотрел. Непринятые 100. И 96 из них от мамы. За что ей телефон такой? За что? В кустах паршивой малолетки пьяной. Хотел уйти, но снова телефон. «Сходи на стон», — вдруг совесть попросила. Там девушка в крови, встал в горле ком. Как будто бы толпа зверей сбила. А телефон в руке вновь зазвонил. «Да, слушаю. Кто говорит со мной?» Здесь девушка. Ее кто-то избил. Вся в крови, но стонет. Боже мой! Где? Адрес продиктуй, прошу тебя. Парк, где еще бассейн на угловой. Возьми ее за руку, за меня. Молиться буду за тебя, родной. Сидел мальчишка рядом на траве. А в животе от голода урчало. Крепись, в дороге скоро я уже. А мама мне твоя пообещала молиться за меня. Какая мама? Такие мамы не всегда встречаются, сердца которых, как сквозные раны, задетых своих страхи разрываются. Все обошлось, успели и спасли. Еще чуть-чуть бы и ее не стало. А день голодный снова позади. А завтра, завтра новый день сначала. Звонок в дверях разрезал тишину. Мать с темными кругами на глазах. Кого там принесло? Я не пойму. Я к вам и к сыну вашему. Всех благ. Пакетов куча. Сыпались на стол конфеты и печенье с мармеладом. Ваш сын, он дочку спас мою, нашел, вернул мне смысл в жизни, мою усладу. Таких, как он, сегодня единицы. Спасибо за него, хочу сказать. Если б не он, то не было б сестрицы у сына. А ему сегодня 5. И что-то в сердце мама встрепенулась, и слезы градом хлынули из глаз. Она на двери сына оглянулась. 13 сыну, праздник же у нас. А женщина к груди ее прижала. Не пейте больше, очень вас прошу. Такое счастье в жизни нам досталось с такими-то детьми. Пить ни к чему.
Другой продал айфон бы и сбежал, а ваш не смог. Он сделал по-другому. Он руку моей дочери держал. Храни вас Бог, всех благ вашему дому. Воруют, убивают, жестко бьют. Какой же страшный наш суровый век. И все же выбор каждому дают, кто он по жизни, зверь или человек.